Итак, достал я наконец-то свой Arctur 204. Пришлось, конечно, долго им заниматься, восстанавливать. Но, тем не менее, переделан, восстановлен. Колонки практически в первозданном виде. Просверлены были все отверстия на 6 мм, что значительно улучшило звучание. Внутри все задемпфировано. Сзади были установлены закрутки для подключения. Вот. Сам Арктур в приличном состоянии. Тут единственный, конечно, недостаток. Отломана одно крепление крышки. Вот. Ну, внешний вид вы можете видеть. Без потертостей. Ну, почти как с магазина. Вот. Иголка. Иголочка новая стоит. Так, поставили пластинку, включаем. Включаем, смотрим, что у нас тут. Пускаем, делаем пуск. Скорость устанавливается, ну, она прогрета уже как бы нормально. Делаем, включаем. Непонятно, где лицо, а где рыло. И непонятно, где пряник, где плеть. Здесь сено не втыкаются вилы, а рыба проходит сквозь сеть. И неясно, где море. Сработал автостоп. Сейчас посмотрим. Проверим, как автостоп в конце пластиночки срабатывает. Ставим на конец. Опускаем. Ну вот, такая техника имеется.
можно слушать. Причем играет отлично. Выключаем. Ставим иголочку на место. Одеваем. Выключаем. За громкость убираем. Выключаем. Ну, крышечку оденем. Вот такой аппарат.